Всем добрый день, с вами канал Питомник Милый, я Людмила Горбунова. Привожу по ссылке, я в СДЭК до половины 11. Вот сегодня приехала пораньше и ждала. Ждала, чтобы мне разгрузить машинку. Разгрузила вот сюда сразу. То есть я подвожу посылки под машину, которая отъезжает буквально через 5 или 10 минут. Растения здесь, то есть в пункте СДЭК они не находятся. Сейчас машина закрывается, и они поедут до Красноярска. В Красноярске уже будет распределение по направлениям в разные точки нашей страны. Вот это все, ну почти все мое. Это ваши посылочки. Вот это огромное, это Карачев город, там очень большая посылка. Я еще бонусом добавила за большой заказ. Здесь двойной утеплитель, двойная фольга. Видите, здесь два слоя. Вот два слоя запечатано. И все так вот скотчем. Скотча уходит просто километры. Вот все углы сделаны скотчем. Здесь нет ни единого отверстия. Что вот и там сзади вот это все посылки, которые пойдут к вам. Сейчас отправка продолжается. Крупнолистых осталось совсем мало выборочно. Метельчатых достаточно. Сайт на днях обновится в выходные. Хотя пока можете выбирать по нему. Каких позиций нет, пишите в примечании. Я посмотрю, возможно, они есть штучно. В единичных экземплярах. Сайт питомник-ранила.ру. Отправки продолжаются. Подписывайтесь, показываю вам свою работу. Всем всего хорошего. До свидания.